10 августа в Борисовке впервые пройдет региональный форум молодых семей. Участвовать в нем будут пары до 35 лет с детьми. Организаторы – областное управление молодежной политики, Борисовский центр по взаимодействию с семьями и Белгородская метрополия. Программу форума представили сегодня на пресс-конференции. В первую очередь он станет насыщенной коммуникативной площадкой. Молодые родители смогут пообщаться с психологами, представителями духовенства и, конечно же, поделиться советами и опытом друг с другом. Кроме того, предусмотрена и развлекательная часть. Для детей младшего возраста будут работать аниматоры, для детей постарше будут работать спортивные площадки и площадка с народными играми. Предполагается также обеденное время, то есть мы централизованно покормим участников форума, а затем уже развлекательная такая конкурсная часть, где также семьи могут на выбор поучаствовать либо в спортивных состязаниях, либо в интеллектуальных играх и в семейном квесте. Заявки для участия в форуме принимаются до 2 августа. Подробную информацию вы можете найти на сайте Центра молодежных инициатив и официальной странице ЦМИ ВКонтакте. 10 августа в Борисовке впервые пройдет региональный форум молодых семей. Участвовать в нем будут пары до 35 лет с детьми. Организаторы – областное управление молодежной политики, Борисовский центр по взаимодействию с семьями и Белгородская метрополия. Программу форума представили сегодня на пресс-конференции. В первую очередь он станет насыщенной коммуникативной площадкой. Молодые родители смогут пообщаться с психологами, представителями духовенства и, конечно же, поделиться советами и опытом друг с другом. Кроме того, предусмотрена и развлекательная часть. Для детей младшего возраста будут работать аниматоры, для детей постарше будут работать спортивные площадки и площадка с народными играми. Предполагается также обеденное время, то есть мы централизованно покормим участников форума, а затем уже развлекательная такая конкурсная часть, где также семьи могут на выбор поучаствовать либо в спортивных состязаниях, либо в интеллектуальных играх и в семейном квесте. Заявки для участия в форуме принимаются до 2 августа. Подробную информацию вы можете найти на сайте Центра молодежных инициатив и официальной странице ЦМИ ВКонтакте.